конце октября телеканал ТРК «Украина» представил новый драматический сериал под названием «На твоей стороне». Главные роли сыграли Дана Абызова и Дмитрий Ратомский. Еще до выхода первой серии к проекту было приковано внимание многих зрителей из-за отличного актерского состава и интригующей сюжетной линии. Поэтому многие зрители с нетерпением ждут продолжения этого замечательного сериала. Дата выхода второго сезона сериала «На твоей стороне», а точнее 25-й серии, может быть запланирована на осень 2020 года. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.